Когда мы приезжаем в Париж, например, в Францию, в Италию, в Рим, в Диснейленд, тогда мы ожидаем что-то. И часто, когда мы приехали туда, наши ожидания не сходятся с тем, что предлагает нам реальность. Это же место, ну, я о нем не знал, и многие о нем не знают. Я сюда приехал, и тут действительно удивительно. Оно старое, да? Тут есть на что посмотреть, ты заряжаешься энергетически, и действительно колоритное, очень красивое, ну, крыши домов такие все в мхах, там, вот эти выложены с камня дорога, там, допустим, дома построены с этого камня, с ракушняка, действительно красиво, ну, круто, когда ты не ожидаешь от места ничего и даже не знаешь об этом месте, а приезжаешь и получаешь больше. То есть, считай, ты заплатил меньше, чем получил. Вот как-то так. Так что не Сибирь, Болгария. Сюда советую приезжать.